Иногда владельцы этого имени даже преувеличивают собственное значение. Звук «г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Цели этих людей очень амбициозны. Они стремятся иногда неосознанно самоутвердиться в глазах окружающих. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное – никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. У обладателей этого имени есть прагматичная способность к аналитическому мышлению. Стремление во всем докопаться до первопричин составляет отличительную черту людей этого имени. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Они идут к своим целям постепенно, но уверенно. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.